которая на 6 баллов его обходит. Итак, в завершении этой группы Самуэль Контести. Если бы он выступал за Францию, наверное, мы бы его звали Контести. Но он переехал в Италию. Фамилия у него и так итальянская. Парень из спортивной семьи. Его папа Ив Контести играл во французском, как он там называется, первом дивизионе. Называется его композиция «Пожелай мне всего хорошего». Да ради бога. Как его в таком костюме вообще до льда-то допустили? Не подумали, что он из гаража заливочной машины. Начинается с тройного каскада. Чистого. А где же четверные? Где аксели? Вот аксель. Самуэль Контести, очень артистичный, прям как будто какой-то фигурно-катательный Comedy Club сейчас открылся, такой вот у него образ развеселый. Тройной аксель у него действительно не получился по-хорошему, но в остальном программа, привлекающая внимание. Тренируется он у Жеральдин Цулини. Это, собственно, его супруга. Также Петер Грюттер является тренером. Да, сюрпризы. Только заглядишься на публику. Китае много народу, в том числе на льду. Да, много на повторы.
сделано жестов и мимики. Чистенько сделал первый каскад. В принципе, неплохо вращается. Там есть, конечно же, смещение специально для судейской оценки. Но вроде бы вытягивает на третий-четвертый уровень. Ридбергер в завершении прыжковой части программы. Аксель не только без выезда, но и с касанием рукой получился. А точнее, не получился. До 2006 года он катался за Францию, а потом и женился там, и переехал. Переехал в Италию, женился там. И впервые за 55 лет Самуэль Контести принес Италии награду европейского чемпионата. В последний раз это получилось у Карло Фасси в 1954 году. Вот так, за счет Французской Федерации, за счет французского спортсмена, удалось итальянцам заполучить медаль. 72 балла он получает за свои вращения, шаги и так далее и тому подобное. Как вы понимаете, не за аксель. Разговаривают, между прочим, по-французски.